35 лет исполняется Бердской студии популярной музыки «Конус». К своему дню рождения коллектив подготовил яркий, красочный мюзикл по мотивам всем известной сказки «Золушка». Подробности в следующем сюжете. Большой творческий путь за спиной музыкальной студии «Конус». Образован коллектив во Дворце культуры Родины еще в прошлом веке, бытность Советского Союза. Сегодня в «Конусе» занимаются 77 человек в возрасте от 3 до 30 лет. Это самореализация, реализация своего душевного состояния, дарить людям радость, выходить на сцену, быть частью всего этого. Это вот, ну, лично у меня это неотъемлемая часть жизни. Да. У меня в этой спектакле три роли. Это у меня принцесса, пажеский корпус и легкокрылые эльфы. Мне приятно, то, что люди видят, чему я очень долго занимаюсь. Мы учимся петь здесь и устраиваем всякие спектакли. Нравится, потому что тут красиво можно петь. К своему дню рождения коллектив подготовил подарок бердским зрителям и представил на сцене Дворца культуры Родина музыкальный спектакль «Золушка». Это известная классическая история, рассказанная словами современных популярных песен. Вместо юбилейного концерта мы решили, что лучше показать спектакль, в котором мы покажем все возрастные группы наших учеников. Наша основная задача – это песни. Но песни могут быть разные. Они могут быть сольные, они могут быть в ансамбле, а может быть и мюзикл, пожалуйста. Я всегда говорю родителям, ну, скажу сейчас, не думайте, что это подготовка к большой жизни. Это сейчас большая жизнь. И неизвестно, как повернется потом, и будет ли в жизни ребенка такая замечательная сказка, как сказка «Золушка». По отзывам родителей, чьи дети занимаются в «Конусе», успешность коллектива – это, конечно, заслуга педагогов, для которых работа в студии является образом их жизни. Творчество, которым занимаются юные участники «Конуса», очень позитивно влияет на развитие детей. Мы в коллективе недавно сюда переехали, мы занимаемся здесь буквально 3 месяца. Да, примерно 3 месяца. У ребенка по вокалу уже успехи очень хорошие, мне нравится их жизнь. Это очень хороший старт, мне кажется, в будущее, мало ли чем она захочет заниматься. Может, также вдохновение найдет, будет песни писать, музыку. Все это очень хороший старт. Большой зал Дворца культуры «Родина» был полон бердчан, пришедших целыми семьями посмотреть музыкальный спектакль.